Первый раунд. Бокс! На ринге юные боксеры. Главная цель – победа любой ценой. Яркие бои для них – привычное дело. Здесь победители всероссийских и международных соревнований со всего Подмосковья. Все они съехались на новогодний турнир по боксу в честь пятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной. Каждый год его проводит школа Григория Габикяна. Сегодняшний турнир мы проводим в честь пятикратной олимпийской чемпионки Лазутиной Ларисы Евгеньевны. Благодаря нее все участники турнира сегодня получат призы ценные. И хотим выразить огромную благодарность всем тем, кто помогает и поддерживает развитие бокса в Одинцовском районе. Чем больше детских соревнований, тем лучше. И для нас, для всех, поверьте. Потому что у нас дети очень талантливые, активные. И, конечно, им нужно выплескивать энергию. И вот эти турниры, они объединяют. Этот турнир объединил спортсменов разных возрастов и категорий, от начинающих совсем юных боксеров до взрослых опытных спортсменов. В качестве почетных гостей чемпионы по боксу Софья Чигава и Гайдарбек Гайдарбеков. Хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к организации данного турнира, кто помогал Григорию сделать этот турнир. Спасибо всем, потому что вы делаете большое дело, вы развиваете спорт, вы воспитываете маленьких детей, делаете из них сильных, крепких мужчин. Спасибо вам. Я думаю, чтобы, наверное, защитить себя, свою семью, близких, стать мужчиной крепким, человеком, хотя бы для себя, для здоровья. Не обязательно стать таким большим чемпионом. Так можно просто для себя заниматься, тренироваться, почувствовать какой-то вот, какие-то мышцы свои. В жизни мы просто так лежим на телефонах, сегодня дети сидят, пускай они хотя бы этим занимаются. Это же лучше, чем телефон. Боксерский клуб «Барвиха» уже многие годы воспитывает будущих чемпионов и популяризирует этот вид спорта. А новогодние турниры – настоящий праздник для любителей бокса. Ведь здесь не только выявляют лучших, но и получают огромное удовольствие от захватывающих поединков. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».